жизни являются крысами. Варятся вместе с рисом, есть большой риск здесь зависнуть и превратиться в вареное мясо. Пол педаль газа, какой длины трасса. Русский хип-хоп иной, ежели американский. Пацы делают репчину и в Перми, и в Пьянске. Масштабы гигантские, и кого-то нормально прет. Будь осторожней, может скрутить водоворот. Годы загнут, если не повезет. И кто в итоге будет виноват, ты или хип-хоп, мэн? Для чего ты делаешь это? Для кого пишешь строки рэпа? Посмотри на себя сверху и скажи себе сам, кто ты есть небу. Для чего ты делаешь это? Для кого пишешь строки рэпа? Посмотри на себя сверху и скажи себе сам, кто ты есть небу. Для чего ты делаешь это? Для кого пишешь строки рэпа? Посмотри на себя сверху и скажи себе сам, кто ты есть небу. Такая хуйня. Да, вот. Точка интересная. Сейчас вы прослушали кусочек нового трека от ID. Ждите его ВКонтакте. Это видео было специально для сайта ВКонтакте. Паразит, паразит. Всем спасибо.